Сегодня представляю вашему вниманию маску для лица, для улучшения цвета лица, подтяжки и улучшения кровообращения. Для этой маски вам понадобится яблоко и мед. Если у вас аллергия на мед, его можно заменить сметаной либо яичным желтком. Яблоко нужно почистить, можно взять небольшую дольку. Теперь натрем его на мелкой терке, либо измельчаем блендером в пюре. Теперь берем мед и добавляем 1/2 чайной ложки в яблочное пюре. Все хорошенько перемешиваем, и яблочная маска готова для применения. На чисто вымытую кожу я наношу маску с помощью кисточки. Чем полезна эта маска? В яблоке содержится витамин А, витамин В9, железо, калий, фруктовые кислоты. Все эти витамины очень хорошо действуют на нашу кожу. Калий – активный увлажнитель. Витамин А обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, борется с сухостью. А также эта маска хорошо подходит для жирной кожи, так как витамин А сокращает выработку лишнего подкожного жира. Железо улучшает кровообращение и снабжает клетки кислородом, тем самым улучшает цвет лица. Если у вас аллергия на яблоки и мед, то эту маску я не рекомендую использовать. Оставляем маску на 10-15 минут, затем смываем прохладной водой. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся уже скоро в следующих видео. Всем пока!